Здравствуйте, вы смотрите телеканал АТВ, программа «Футбольный полуостров», а я ее ведущий Вадим Никифоров. В Крым вернулся большой футбол, теперь он российский. В новом сезоне стартовали 3 крымских клуба, о них будем рассказывать. Первые матчи крымских клубов под эгидой Российского футбольного союза прошли 12 августа на стадионе «Локомотив» в Симферополе. Симферопольский ТСК принимал севастопольский СКЧФ. Это был матч 1/256 финала Кубка России. И все-таки матч состоялся. Правда, зрители, не заполнившие «Локомотив» даже на треть, вряд ли узнали хотя бы одного игрока в составах ТСК и СКЧФ Севастополя. Разрешение играть руководители крымских команд от Российского футбольного союза получили. Только вот крымские футболисты, с нетерпением ожидавшие вердикта, остались не у дел. Как обнадеживают представители клубов, пока. Наше руководство работает над этим вопросом. Вот. Получится, будет здорово. Наше руководство работает над этим вопросом. Один из самых сосредоточенных зрителей на трибуне стадиона – Сергей Шевченко. Первый матч своих подопечных он смотрит по-бесковски среди зрителей. Официально главный тренер новой команды – Владимир Мартынов. Но изредка наставник все же спускался к футболистам, чтобы дать установки. Проблем у тренера, как и у его коллеги, севастопольца Сергея Диева, хватает. Состав комплектовался фактически за 2 суток. Как говорят в футбольных кругах, не помог бы и Мауриньо. И Таврия, и Севастополь попала цитнот такой, нет, по времени с футболистами. Тянули до последнего по заявке, поэтому мы попали в тяжелое положение. И к ним только люди начали приезжать, и к нам только начали. Поэтому вы видели, функционально, конечно, ни мы, ни они еще не достигли того уровня, который бы хотелось. Привыкшим видеть на поле «Локомотива» «Шахтер», «Динамо», «Металлист» зрителям на адаптацию, так же, как и игрокам, понадобится время. Все же разница в уровне бросается в глаза уже с первых секунд. Вместо Дамира Кахримана – Арнольд Крегер. Роль Сергея Назаренко теперь исполняет Станислав Хан. У всех игроков есть российские паспорта футболистов. Именно поэтому они, а не крымчане, дебютируют в футболках ТСК. Будем все делать ради этого, чтобы болельщики были довольны, приходили. И мы постараемся это сделаем все вместе. Самый известный игрок в составах соперников – Андрей Кабенко. В его послужном списке такие команды, как «Амкар», «Терек» и «Казанский Рубин». Кабенко – чемпион России 2008-го. В свои 32 теперь он игрок СКЧФ. Я думаю, что я буду начинать, наверное, заново играть в футбол. Выходить на свою кондицию, набирать функциональную подготовку. Вот здесь великолепный тренер, великолепное руководство, которое любит футбол, занимается и дорожит своими болельщиками. Именно Кабенко и стал автором исторического гола первого крымского в российском футболе. С пенальти на 31-й минуте он переиграл Крегера. Команды во втором тайме активизировались, и хозяева поля могли все же возродить интригу, создав несколько опасных моментов у ворот моряков. Но когда на 64-й минуте после замысловатой комбинации преимущество Севастополя удвоил Евгений Пономарев, стало ясно. Дальше в розыгрыше Кубка России идет не ТСК, а футболисты из города-героя. Исторический матч завершился. Теперь и болельщики, и игроки ждут дебюта уже в чемпионате. Также во вторник в Кубке России сыграла ялтинская «Жемчужина». У себя дома крымчане принимали команду из Сочи. Победу праздновали гости. «Жемчужина» тоже формировала состав с колес. Некоторые футболисты прибыли в Ялту менее чем за сутки до начала игры против клуба из Сочи, пусть и составленного из молодых исполнителей, но более сыгранного они долго продержаться не смогли. Уже на 9-й минуте гол привела ошибка голкипера крымчан Станислава Лакина. В итоге Александру Ильяшенко оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Второй мяч был забит на 64-й минуте. Гости перехватили его в центре поля. Их 2 передачи выбили 1-1 Аркадия Калайджана. Он установил окончательный счет игры 2-0. Дальше идет футбольный клуб «Сочи». Уже в субботу севастопольцы провели матч следующей стадии Кубка России. На выезде в Краснодарском крае крымчане встречались с футбольным клубом «Сочи». Игра получилась напряженной, и победителя выявила только серия послематчевых пенальти. Игра, которая состоялась на стадионе «Витязь» в Крымске, прошла в равной борьбе. Соревнуясь с соперником и с жарой, команды провели на поле 90 минут, полчаса дополнительного времени и перешли к выяснению отношений в серии пенальти. Развязка наступила на 9-м ударе. Севастополец Илья Кричмар забил, легонько отправив мяч в угол ворот. А голкипер крымчан Дмитрий Щендрыгин справился с ударом сочинца Эдуарда Челокяна. 6-5 по пенальти и в 1/64 финала 23 августа Севастополь сыграет с командой из Таганрога. Я сейчас ребят поблагодарил в раздевалке. Даже если бы мы проиграли эту игру, никто бы никого не ругал. Уже видели, что очень тяжело было играть. И погодные условия, и замен практически нету. Ну, ребята молодцы, что выдержали. Да, мы могли проиграть, у них моменты были, у нас были моменты. Ну, скажем так, нам больше повезло.
Для нас больше результат было важно содержание игры, да, и о чем мы договорились с ребятами, потому что очень много молодых ребят, и в такую жару с хорошей командой, как будут противостоять и вести игру. Вот. Вот это для нас главный результат, потому что игрой полностью удовлетворены, содержанием игры. Вот. Естественно, есть какие-то помарки, но это рабочий момент, нужно двигаться дальше. Вот. А 11-метровый – это же лотерея, и здесь все может быть. На этой неделе крымские клубы стартуют в чемпионате России. ТСК, СКЧФ и «Жемчужина» будут играть в зоне «Юг» второй лиги. Первые матчи с участием наших команд должны состояться в эту среду. Итак, крымские клубы попали в группу А зоны «Юг» второй лиги. Всего здесь 11 команд. Они сыграют друг с другом дома и на выезде. После этого 6 лучших клубов померяются силами с лучшими командами группы «Б». Худшие сыграют с теми, кто занял в ней места от 7 до 11. Победитель турнира на «Юге» получит право побороться за путевку в первую лигу с командами, выигравшими в других зонах. В группе крымских клубов в основном собраны соперники из Краснодарского края. Первые два тура наши команды пропустили. В матчах третьего игрового дня в среду СКЧФ дома примет ТСК. Дерби в 20:00 начнется на стадионе СКС в Севастополе. А «Жемчужина» отправится в Новороссийск на игру с одним из фаворитов нашей группы – черноморцем. А теперь лучший гол недели. В этот раз радовали только футболисты из Севастополя. Давайте посмотрим на первый российский крымский лучший гол недели. Лучшим мы сегодня признаем гол, забитый с пенальти. Такого в нашей программе еще не было, и суть здесь не столько в его красоте, сколько в важности. Мяч, забитый Андреем Кабенко на 31-й минуте встречи ТСК с КЧФ, стал первым для крымских команд в турнирах под эгидой Российского футбольного союза. Вся прелесть этого гола в том, что он состоялся. Значит, будут следующие, и среди них обязательно найдутся красивые. На сегодня все. Через неделю расскажем о старте крымских клубов в чемпионате России. Нас ждет очередное дерби. Будет интересно. Увидимся в следующий понедельник, как всегда, на стадионе.